Да, Круделок, привет, там что-то не так. Вот я сейчас вроде как запустил на кибергейм, но он что-то не поднимается вообще. Ну, то есть он не появляется в выборе на гейме. Да, наверное, оставлю один твич только. А, вот кибергейм появился. Все, обновляйте. Да, появился кибергейм. Так, пока так и оставим. Больше трогать я ничего не буду. Потому что одни проблемы возникают. Все. Все, ребят, кто на... у кого Twitch лагает, есть кибергейм. Поехали. Я надеюсь, на этом сегодня с проблемами технического плана закончится. Не знаю, Player Good Game не работает должным образом. Так, понеслась. Заморозили взрывчатку, ребят. Вот здесь она стояла над зеркалом. Не знаю, видели вы, нет. Вот там все, одно обезвредил я. Точнее, Райден. Так. Да нет, я думаю, это никак не связано с болезнью, Миш. Ему плохо уже, наверное, около недели. Ну это все. Так, здесь у нас вроде как ничего нет. О, здесь фотография. Давайте сфоткаем. У нас камера есть? Нет. У нас нет камеры, да. Мы не можем фоткать. Камеры, к сожалению, нет у нас. Делок, хай, по идее, это пережатое качество. Сурс — это сурс. Так, нам бы вот сюда попасть. Попасть сюда, и нам бы... Есть мнение, что там он ожил. Там кто-то ходит. Там их еще двое точно. Сейчас посмотрим. Где-то здесь. Где они? А, с той стороны идет, окей. Все ясно. Сейчас, друзья, обыщем динрум. Пускайте, ребят, пока отдохнут. Кэшн у нас пройдет, и я думаю, будет нормально все. Авул, я сделал поток на кибергейм, на гудгейм можно выбрать авул. На кибергейм поток идет. Так, ну все, мне кажется, это все, мы всех перебили. Давайте их потрясем сейчас. Так, все. Эти вернулись. Парни в бронежилетах спят. Что-то с них ничего не падает. А с этого...
Бандаж. Окей. Блин, встает. Да блин, что ж ты? Спать. Ну, по рации пока не успел передать, можно, да, успеть его спить. Так, терминал вот он. Все, окей. Давайте включим терминал и будем видеть карту. А, пока тревога, терминал не работает, да, я забыл. Давайте переждем сейчас. Evasion пройдет, и все будет ок. Все, да. Нет, сон не вечный. Нет, они просыпаются. Так, включаем. Очередной узел связи. Получаем карту. Все, у нас карты есть, окей. Тот тип сидит в кладовке. С ним все хорошо. Должно быть, по идее. Так, там ходит еще один. Ну, сейчас мы его усыпим. Наконец-то у нас есть полное представление о том, что здесь происходит, ребят, да. Хотя, может быть, уже выходим отсюда. Да, давайте, наверное, выйдем. Нафиг нам что. Ничего мы здесь не забыли, все, пошли. Авул, ну, потому что на кибергейм я почти не стримлю никогда. Я там никого не знаю на кибергейме. Я вообще не знаю. Ресурс был только в качестве дополнительного всегда. Так, стоп, они что-то тут все сагрились. Как они увидели меня через стенку? Это не очень удачно это все. Отвлекаюсь. Авул, а что, как, какие-то проблемы с плеером? То есть тормозит? Нет, сложность, да, хард стоит. Сейчас еще раз посмотрю. Да что ж там с... Ребят, нормальный стрим работает или есть какие-то проблемы? Я просто уже действительно утомился решать их. Вот так сделаем. Вроде как. Не знаю, у меня дропов нет, показывать все хорошо. И туда ноль дропов. Все норм. Да, все нормально. Окей, ладно, все, продолжим. Все, я понял. Спасибо. Йофи проходил с кучей смертей. Да. Ну, мод попробуем без смерти. Так, CD Connection Bridge. Мы пришли сюда. Сейчас посмотрим, где они там. А, вон там двое ходит. Там ходит двое. Спать, спать, всем спать. Все, они уснули. Так, это что такое? Дырка в полу. Великолепно. Полу, это не здорово. Ладно, пойдемте. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то жесть такая. Ловушки, ребят. Вот так вот все, не просто. Так, там еще один какой-то стоит. Вот здесь вот, по-моему, есть. А, это камера. Ну, туда чаф можно бросить, наверное, я так думаю. Сейчас пофармим их. Что-то не падает ничего с ним. Странно. А, это член атак Тимы, да, с них обычно ничего не падает. Забыл я. Так, туда чавку бросать, наверное, нужно. Так, перед нами Shell One Block D. Так.
камера, ребят. Давайте на камеру сейчас посмотрим, как она работает. Может быть, ее вообще надо будет... Давайте побомбанем ее. Я думаю, что в самый раз вообще. Так, что... самое главное, чтобы еще не запалило на нас. Да. Вот и все. Так, пойдем сюда. Все, проходим. Струд Ди. Седимент пул. Ого, мухи летают. Так, достаем снова М9 и поехали аккуратно. Так, внизу раз охранник, два охранник. Раз охранник, два охранник, поползли. Тут ничего нет. Так, ребят, давайте я осмотрюсь, потому что, честно говоря, первый раз здесь, она многоуровневая комната. Там какие-то люки в полу. Там что-то лежит. Вроде как видел пока двух охранников. Возможно, их больше. Потому что карта... Ой, да моя. Там явно больше, чем... Ой, нет, все, короче, заново, да, сейчас. Давайте аккуратно снимем вот этого и того, который ходит напротив. Не будем устраивать трэш, просто усыпим на время и проверим всю комнату. Райден, what's going on? Райден! Фидель, да, я знаю, что камеру можно обходить, но для верности уничтожили, бог с ним. Мы же никого не убили, мы просто уничтожили. Так, раз, два, ребят, 3-4 охранника на самом деле. Раз, два, 3-4, да. Этот нас запалил. Четверо, на самом деле, здесь, да. Ну что, сейчас. Сейчас все сделаем. Да, поток на Амстердам на Твиче идет. Фидель, мы никого не убиваем, мы их просто усыпляем. Синее оружие, оно не смертельное. Красное смертельное, синее не смертельное оружие. Ты же видишь, из чего я стреляю? Спать. Мы просто вырубаем их на время. Так, стоп. Спать. Внизу еще один должен быть. Где он? Нет, там еще один прямо под нами. Вот там еще один. Не попал. Окей. Спать. Не попал. Так, ну сейчас он придет, мы его усыпим. А, вон узел стоит. Все, увидел узел, окей. Все, спит. Пойдем. Давайте сначала к узлу, потом посмотрим, что можем предложить. Поискать здесь надо. Так, М19 нашли пули. Давайте этого обыщем. И того еще обыщем дополнительно. Рацион. Рацион у нас что там с ХП? Да, давайте не скушаем. Нина Куни. Да, отличная игра. Смотрел стрим по ней. Такая она забавная. Нет, туда пока не пойдем. Надо все здесь изучить и заюзать узел. Что там, очнулись, что ли? Что-то мне это не нравится, ребят. Так,
Так, они сейчас сюда пришлют команду для исследования. Не здорово, ладно. Один очнулся, видимо. Тот, который самый первый был. Давайте попробуем без оглушения. Да, пускай они меня сейчас убьют, попробуем без оглушения пройти. Сначала к узлу, потом увидим, как они патрулируют местности. Так, ну очевидно, что надо мониторить вот этого и вот этого охранника. Ой. На первых порах. На самом деле есть мнение, что можно попробовать все-таки вырубить обоих. Не дербанить их, просто пройти аккуратно и все. Все, пойдем. Не будем дербанить никого. Сначала к узлу, потом дальше, чтобы они не встали. Бегом, бегом, бегом. Так, М19 полутали. М9, 15 патронов как раз. Так, узел. Как получить костюм невидимку? Нет, к сожалению, ребят, не знаю, как получить костюм невидимку, пока не занимался этим. Поскольку игру прохожу первый раз, всякие перки пока хинты не изучал. Так, давайте посмотрим. Ого, здесь что-то есть. Так, стоп, где оно? Сейчас они... Тут две даже, похоже. Похоже, здесь две, да. Так, надо... Там еще команда пришла. Разведотряд. Сейчас они всех разбудят. Так, а бомба где-то тут. А, вот, нет, это не бомба, точно. Так, куда они пошли? Вниз. Сейчас осмотримся, поймем, где. Там что-то моргает. Так, сейчас они всех разбудят. Epic Fail, мне так говорили про первый, что я на харде не пройду никогда в жизни с первого раза. Ну, на самом деле, ребят, все это прохлада веет. Прошел же ведь. Ну, просто проходить на... Так, куда он пошел? Он идет к нам. Это плохо. Спать. Спать, спать, спать. Всем спать. Так, еще один. Еще один идет. Не попал. Спать.
тоже спит. Так, поехали. Тихо-тихо-тихо, кто звонит? Лайден, at your feet, there's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button. Да это я знаю всем, нас учат пользоваться этим самым баллоном. Так, где-то здесь она пикает. Где она пикает? Не вижу я нифига. Внизу, что ли? Так, надо найти, ребят. Такое ощущение, что он прям здесь. Ну-ка, сейчас посмотрим. Перестанет пикать, нет? Эту штуку можно вообще открыть? Она не открывается. Так, они прислали еще один отряд. Понятно. Прислали еще один отряд на проверку. Там вот столько охранников уже, просто жесть. Что-то мне вот кажется, что зря я все это. Спать. Ну вот под этой штукой она находится, совершенно точно. Надо только понять, как туда попасть. Так, эти все спят. Ладно, пускай спят. Потом разберемся. Нам надо разобраться сейчас с бомбой. Она вот тут вот. Никак он не открывает ее. А, нет, открывает. Все ясно. Сейчас заморозим, парни. Так, минус один. Хорошо. Кейтс, привет. Так, ребят, все, надо валить отсюда. Надо валить вот через ту дверь. Я думаю, что через ту, потому что через эту нам... А, здесь он может перепрыгнуть? Ну-ка. Что-то никак не хочет. Да не, может. А, не, в ту сторону вообще никак не хочет, я понял. Ладно, хорошо. Давайте через ту дверь пойдем. Ну, там еще что-то пикает. Здесь нет. Там что-то еще пикало, ребят. Сейчас посмотрим. Так, что это за дверь? ДЕ. Так, мы вышли, но тем не менее, давайте попробуем сохраниться, наверное, что давно не сохранялись уже. Позвоним Роуз. Jack, do you need to save? Меня смутило то, что там еще в одном месте пикало. Надо вернуться, проверить. Что? Не знаю. Очередная китайская мудрость. Или что они там говорят. Ладно, бог с ними. Jack, is that you?
hang in there. Надо вернуться посмотреть. Есть мнение, что там все-таки еще одна есть. Пикало что-то. Ну тут уже, по-моему, никого не осталось, да, не все это. Давайте того, наверное, это разберем. Супим, точнее. Спать. Пойдем проверим сенсор. Тихо. Спать. Где-то здесь. Вот, мне кажется, тут, да. Ага, еще одно. Я понял. Валим. Так, ну вроде тут всех. Все, валим отсюда. ДЕ. Там бомбу разоружили тоже. Мунлоун. Это игра, которая была изначально на консоли 6-го поколения выпущена. То есть это HD ремейк. Так, ну-ка пойдем дальше. Пришли мы на DE Connection Bridge. Сейчас сверимся с картой. Да, DE Connection Bridge. Нам осталось проверить еще вот раз, два, три, четыре комплекса, видимо. Всем привет. Друзья, да, всем привет, с кем не поздоровался. Там еще один супостат хочет, сейчас мы его усыпим. Много чатов. Частично. Ой. Спать. Не обессудьте, если что-то не успеваю читать. Такое бывает. Пойдемте пофармим. Может, дропнется что? Полезно. Патроны, например. Вот там еще внизу лежат. Две коробки. Там стангренат и что-то еще. Давай, что там с тебя падает. Так, очень кстати. Сцепляющие дротики. Лагает Twitch, ребята, слагает Twitch, если Good Game еще дополнительно. Заходите, там, соответственно, есть поток на кибергейм. Не проблема, я думаю. Так, Shell D. Давайте я сверюсь с карты, куда идти. У нас сейчас задача обезвредить. Так, Е, это что? Это какое-то Е. Давайте в Е, наверное, подадимся, но почему нет-то? Пошли сюда. Там что? Тихо, там какой-то вижен у кого-то. А у кого этот вижен? А, вот у того, у верхнего, что ли? Ё-моё, всё ясно. Просматривает все. Сидит высоко, видит далеко. Так, это какой блок вообще? Е, Shell 1. Ну да, нам туда и надо, по сути дела. Наверное, сюда. Так, а там два входа, что ли? Да, там... Ой, проснулся. Там, похоже, два входа, ребята. Ну, сейчас понаблюдаем, этого опять усыпим. Спать. Да, давайте начнем на распирать уже.
нет, здесь нет входа. А вот там... Там тоже, похоже, ничего нет. Ладно, окей, пойдемте здесь. Да, Шаладин написано. Так. Смотрим. 1F. 1F это, видимо, first floor, ну, первый этаж. Воу. Так что это обширная зеленая зона, ребят. Камера, охранник. Первое, что бросается в глаза, какие-то конвейеры. Тогу ваша. Надпись на станке. Так, он говорит nothing here. Так, давайте посмотрим, что сзади. К сожалению, большего я не вижу. Карты области нет. Я думаю, можно попробовать сделать вот так вот. Этого спать. Этого спать. Камеру, наверное, через соком, я думаю. Да. Определенно. Подождите, кто нас услышал? А, видимо, кто-то услышал, да. Видимо, трое было. Поторопился, да, определенно, да, поторопился. Давайте сейчас... Посмотрим внимательно. Не стоило было там с кондачка валить сразу камеру без глушителя. Глушитель к сокому... Не знаю, есть в этой части или нет. В той части он был. Так, ребят, сейчас подойду. Мне телефон звонит. Извините, пожалуйста. Так, поехали. Есть ли смысл проходить по порядку? Да, это смысл определенно есть, потому что ничего не поймете по сюжету, абсолютно ничего. Я вот хотел начать со второй проходить, потому что как бы вроде HD ремейк, актуальная, более-менее графика, ребят, и так далее. Вот, но, честно, суть тут в этой игре не в графике совсем, поэтому я бы рекомендовал все-таки пройти с первой части, чтобы вы все поняли. Там еще один есть, он там вдалеке он стоит. Трое охранников на самом деле здесь было. Так, здесь у нас... Воу-воу-воу. Активируем эту штуку. Андерверс, привет. Так, они разбудили одного. Так, камера не работает уже, это хорошо. Давайте-ка свалим отсюда на некоторое время, я думаю. Imagine, привет. Так, видимо, там есть вот этот вот второй этаж. То есть там какая-то площадка для вертолета, кажется, была. Сейчас посмотрим, как там дела обстоят. Потому что комнату, в общем-то, мы... Пройти надо насквозь. Ребята спят. Здесь ребята спят, здесь не спят, правда. Камера. Да, вон сверху она. Тут сверху камера. Так, это пошел проверить. Все-таки вызвали они отряд подкрепления, да. Беда-беда. Да, комната такая, тут с камерой. Надо все повнимательнее изучить все-таки.
Тайд Рейдер. Сейчас разберемся, ребят. What the hell happened? Raiden! Mission failed. Так, еще раз, тот спит, там камера. Тут не пройдешь. Может, на пофиг просто пройти вот здесь, да и все. Например. Типа на второй этаж или что это? Так, хелипорт. Вот мы наверх пришли. Давайте посмотрим, что здесь. Да, просто пробежали и все. Не надо было усложнить ничего делать. Все и так есть. Так, ну здесь вроде как их двое должно быть. Потому что снизу мы видели как раз двух. Ну-ка. А, ну да, конечно же. Наверное, какая-то катсцена обязательно должна быть. Так, я позаботился об этих назойливых летунах. Какая ситуация у тебя? Затруднительно, я видел человека, одетого как ниндзя. Да, по-другому не скажешь. Что-то вроде киберг-ниндзя, вооруженного мечом. Грей Фокс, что? Или, наверное, Грей Фокс, ребят. Что? Ты что-то скрываешь от меня? Ольга, ты уверена? Что это было? Не будь дураком. Думаешь, я не смогла бы заметить разницу? Мы усилим патрули. Еще что-нибудь? В общем-то, да. Еще одно. Ты не поверишь, я заметил человека, который прятался под картонной коробкой. Где? На мосту. Связывающие блоки 1 и 2. Знал я кое-кого, кто использовал этот трюк с коробкой. Мы устроим ловушку на мосту. Так, опять Ольга. Замри. Ты должна быть из Dead Cell. Конечно нет, кто тебе это сказал? Бросай оружие. Ни за что. Так, ну с Ольгой мы уже встречались. Зачем он соком на нее вставляет? Снейк ее усыпил. На корабле. Связывается с полковником. А, нет, не с полковником. Я видел женщину. Русскую. Должно быть, это Ольга Гурлукович. Откуда ты знаешь? В отличие от тебя, меня ввели в курс дела. Она из Детсел. Нет, она командир русского подразделения. Это не те, что патрулируют Биг Шелл. Верно. Она возглавила отряд после смерти ее отца, Гурлуковича. Будь осторожен.